Самое обсуждаемое событие выходных во всех информационных ресурсах региона – снос старых корпусов бывшего мукомольного комбината. Промышленный взрыв был назначен на воскресенье, 5 августа. О времени жители областного центра не предупреждали, чтобы избежать скопления зевак. В результате взрывов обрушились два корпуса, третье зернохранилище не полностью. Но главное, ни одна близлежащая постройка не пострадала. Оставшиеся этажи теперь можно снести при помощи обычной техники. Проводится механическим способом, гидромолз, там, либо гидроножницами. Сейчас вот подбираем удобные варианты для заказчика. Больше взрывных работ на объектах не будет. По итогам проведения работ нет ни одного повреждения соседних зданий, хотя до ближайшего здания было меньше 20 метров. Нет ни одной жалобы от жителей города. Все службы города, водоканал, гофэлектросети, газовики отработали отлично, были около нас.